Василия Шамбера исключили из «Единой России» с формулировкой «за действия, дискредитирующие и наносящие ущерб политическим интересам партии». Решение было принято на заседании президиума регионального отделения партии единогласно. Поводом для исключения стало заявление Шамбера о передаче своей электронной карты для голосования Павлу Саженову, члену конкурирующей фракции, комментирует в пресс-службе «Единой России». Напомним, сегодня временно отстраненный от обязанности председателя областной думы Василий Шамбер находится под стражей. Он обвиняется в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере.